Приготовились к съемке. Бабушка. 265-1-4. Внимание. Мотор. Добрый вечер, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, товарищ. Здорово. Вы уже приступили к своим обязанностям? Вы почему опаздываете? Я? Мотор идет. Увлекательный роман из великосветской жизни Анна Каренина. Я знаю, век уж мой измерен. Но? Но, чтоб продлилась жизнь моя. И моя? Я утром должен быть уверен. Что? Что с вами? Со мной? Днем увижусь я. Конечно, форма нужна, но ни ракурсы, ни какое-то такое желание поразить. Нет. Вот мне нравится вот то, что я вижу. И это мне хочется сохранить. Черт, как не кстати, а? Это был май. Начался дикий ливень. Мы отрезаны. Связь с внешним миром прервана. Я забежал в будку телефонную. Ну и начал фантазировать, а что вот если убежит девушка, а потом она будет торопиться, я ей дам куртку, чтобы она позвонила, она будет звонить. А в это время у нее любовь, которая разрушается, и вот за кадром тот самый человек, с которым она может отвести дух. Алло, Иванкова. Здравствуйте. Я тебя. Простите, это не вы. Это говорит Женя. Ну, вот так вот. Поглядывает, отстой, что-то вот готовится к этому. И вдруг вот и начал. Об одном только может писать человек. Кто он и зачем он. Остальное – это литература. Начали, ребята, хорошо играем этот дубль.